Добро пожаловать на канал Hardress at Info. Перед нами находится планшет Nokia T21. И сейчас мы разберемся, как перекинуть с него на новое устройство все чаты WhatsApp. Итак, для начала. На нашем планшете мы должны сделать резервную копию на аккаунт, который будет на вот этом телефоне. Поэтому заходим сначала в настройки, нажимаем три точки в правом верхнем углу, потом сами настройки. Выбираем настройки чатов. И здесь тыкаем на резервную копию чатов. А теперь здесь аккаунт Google нажимаем и выбираем аккаунт, который уже есть здесь. После чего нажимаем копировать на Google диск и нажимаем при нажатии создать резервную копию и нажимаем создать резервную копию. Таким образом будет сделана резервная копия на Google диск этого аккаунта. Следующее, что мы должны сделать, это перейти в WhatsApp на нашем новом устройстве, выбрать язык использования, перейти дальше, принять и продолжить. Условия использования разрешить. То, что нам говорили на всплывающем окне. Теперь вводим номер телефона. Нажимаем «Далее». Проверяем здесь наш мобильный. Если что-то ввели неправильно, нажимаем «Изменить». Если все хорошо, нажимаем «Ок». И теперь нам пришел код для нового телефона 460081. И нажимаем «Продолжить», «Разрешить», «Поиск резервных копий». Это именно то, что нам нужно. Нажимаем «Восстановить». Здесь на старом девайсе нажимаем «Ок». А на нашем новом телефоне нажимаем «Далее», «Далее». И чаты были перенесены. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!